Ричард и Ребекка вернулись в пока что тихое поместье. Цепляясь за надежду, двое продолжили свои поиски выживших членов отряда «Браво». Мы добрались, но будь начеку. Буду. Билли, надеюсь, что ты в порядке. Черт, они и здесь тоже. Ты в порядке? Как-то плохо выглядишь. Я в порядке. Должно быть, это просто дурной сон какой-то. Что? Ничего. Ночка будет длинной. Я чувствую, что-то не так. Ричард, эй! Не забывай, мы элитные члены отряда Старс. Если будем помнить все, чему научились, все будет хорошо. Да, ты прав. Капитан должен быть здесь. Ситуация становится все хуже. Мы должны найти его. Ребекка, осторожно. Не поддается. Проклятие. А я уж думал, мы наконец выберемся. Что ж, похоже, нам придется найти другой путь. Ты же помнишь все эти странные убийства, которые происходили в последнее время? Да, можешь не напоминать. Я знаю, это как-то связано. Это необычное убийство. Здесь что-то происходит. Мы должны докопаться до истины. Сейчас наша основная задача — это выживание. Даже вся информация в мире не поможет нам, если мы погибнем. Я знаю, но не волнуйся, Ребекка. Мы во всем разберемся. Но на данный момент мы должны сосредоточиться на задании. Эй, только не вздумай умирать, мы выберемся.
Кто это? Они направляются в лес. Невероятно. Интересно, что они задумали? Пошли. Yeah. Да. Ребекка! Ты в порядке? Возможно, остались только мы. Помощь придет. Я уверен. Капитан где-то там. Поэтому не теряй надежды. К тому же, я тебя прикрываю. А если я с тобой, что может пойти не так? Это что за тварь? Ты попал в нее? Давай, убираемся отсюда. Можем ее Давай прикончим ее, Ребекка. Согласна. Она ползет наверх.
Эй, только не умирай, мы выберемся. Потрачено. Стреляй покучнее. Ребекка! Ричард! Нет! Здорово у меня уделали. Та еще от меня поддержка. Ричард! Не нужно так на меня смотреть. Все еще не нужно терять надежды. Кто-нибудь придет и спасет нас. Я знаю. Я чувствовал себя такой безнадежной. Видела, как Ричард лежит там, раненый. Я должна быть сильнее. Я должна бороться, и я должна выжить, что бы ни произошло. Я уже доказала, что у меня есть все способности для выживания.